Добро пожаловать, мои хорошие, меня зовут Алексей, продолжаем The Quarry. И давайте смотреть историю дальше, у меня за окном тоже ночь и, в общем, аутентично. Да уж, мы с вами уже видим страшилку под водой, похоже, они не могут пересекать воду. Есть шанс того, что на острове можно спастись. Опять же, машина на ходу, и я даже до конца не понимаю, почему не можем свалить. Но так иначе, давайте достанем полотенце и танцы раздеванцы. Да уж, будет весело, похоже. Давай. Ой, карта. Бабушка. Давайте пройдемся по первому этажу, и попадется там, не знаю, оружие, сможем пожамкать и деревенщину, и этих тварей. Почему нет? Ага, показывай. Ой. 4 месяца назад, а чего? Не так давно. Пропали без вести. Интересно, где? Ха, да уж, неудивительно. Опять же, в лесу бегают деревенщины, бегают разные твари. Я до конца не понял. В общем, похоже, тварей куда больше, чем один, поэтому, в общем, опасно. Я до конца не могу связать сюжета в том плане, что, похоже, карга Hacked Quarry может делать, опять же, этих зомби. Но, опять же, могу ошибаться. Hacked и Hacked. Ну, Hacked — это, видимо, мистер Хэк, Крис Hacked. А что за Hacked? Понятия не имею. Так, налево-направо, похоже, больше ничего хорошего. Вот, и нужно подниматься выше. Но, опять же, можно пройтись по лесу, вот, и найти на свое мягкое место неприятные моменты. Очень темно, поэтому Джейкоб, если что, ори. Насилуют. Ой, страшно. Да уж, фонарик бы не помешал. Вообще, по идее, обалденное место, но никогда это ночью. И, в общем, когда по твоему следу бегают там деревенщина, разные твари. Эмма, я вижу. Да уж, наш Джейкоб дурачок, только его бросили, только он плакался по поводу того, что меня бросили. И уже тут же побежал, когда она, в общем, поманила его своим каблуком, поэтому... Давай. Похоже, кто-то не убрал весла. Еще мокрые. Похоже на то, что это деревенщина. Во! Они, получается, обитают на острове, и эти твари до них не могут добраться. Хорош. Ха, может тоже взять и отправиться на остров и, в общем, не заморачиваться. Опять же, у нас машина на ходу. Я не знаю, какого хера. Можно ставить крышку трамблера и, похоже, сваливать. Но, в общем, Джейкоб надеется на лучшее. Да уж. Давай, мой хороший. Давай, еле ползает. Да уж, ну опять же, твари нападут, быстро научатся бегать, поэтому... Ага, ой, полотенца, похоже, нету. Да, блин. Полотенец нет! Вообще? Ровно ни одного! Говнюк. Охренеть. Сюда, Джейкоб. Ой, бегу, Эмма. Ща. Ща только яйца с пола подниму. Что за цифры? Ну, давай. Так, получается, пока не страшно. Во избежание повреждений соблюдайте правила. Я так понимаю, что это судоходный журнал, опять же, записываю по ночам. Судоходный журнал, в общем, брали лодки и расписывались, когда чего и почему. Вот, поэтому не особо полезная информация. Бинокль. А кто там живет? А чего, почему? Но опять же, деревенщина уже свалила с острова, но опять же. Ой. Это кто бродит? Оу. Кто это там? Ладно, буду считать, что все нормально. Вот дебилы. Слышат голоса, да похеру, показалось, там видит каких-то тварей. Да похеру, тоже привиделось. Обалдеть. Ага, давайте еще пройдемся. Ага, но похоже никого нету.
Страшно. Мы берем лодки и сваливаем. Хорошо, давайте уже до нее доберемся. Вот, а по оружию ничего хорошего. Где мое оружие? Джейкоб, давай валим, просто валим. Ага. Хорошо, давайте уже дойдем до Эммы. Сейчас будем плавать, раздеваться и там прочие разные непотребства, да? Давай, мой хороший. Сейчас опять. Ой, меня все бросили. Эмма, что творится-то? Окей, ну тогда придется сохнуть. Или встряхнемся по собачьи. О, а ты умеешь разговаривать с девушками? Вау! Не смей делать вид, что ничего не было. О, да что ты говоришь? Смотри, на помощь! Спасите! Я тону, и мне нужен большой, сильный, такой 100% мужественный спаситель. Давайте не будем заморачиваться. Энтузиазм. Окей. Что тут? Дама в беде. Не бойся, милая крошка. Ураган Джейк уже близко. Бомбочка! Вау! Холодно. Холодно. Ураган Джейк? Шуры-муры. Хороша чертовка. Окей, ты напросилась. Вот. Эй, хватит! Не дуйся, как бука! Нет, давайте это заканчивать и... Давай, детка. Решил напугать ее, похоже. А где Джейкоб? Сейчас трусы с нее снимет, похоже. Давай. Козел. Давайте флирт. Значит так, смотри. Как тебе? Окей. Воу-воу-воу-воу. Сфоткай меня. Да, типа для твоих подписчиков. Топ-10 парней, которые не дадут заскучать в летнем лагере. Такой заголовок. Будет еще 9. Что? О, подколола. Мать, ты куда? Что за херня? Воу. Черт, бегунок. Весело. Да вы, блядь, издеваетесь. Помочь Эбби. Эмма! Джейкоб, сюда! Ты слышала? Что? Там кто-то кричал. Похоже на Эбби, и это она явно не от радости. Я тебя не слышу. Так, ладно, подожди здесь. Я схожу, проверю. Что? Серьезно? Ну, опять же, Эмми ни хера не угрожает, потому что, опять же, страшилка, похоже, не может пересекать воду, а вот Эбби нужно помочь. Воу. Давай, 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 Джейкоб. Ну, опять же, у нас ни оружия, ни хера. Обалдеть. Ситуация. Да уж, Кейтлин, должен сказать, ты умеешь навести шороху. Ну, а может, Эбби нужно было подтолкнуть? Ты злой гений. Кто из них сделает первый шаг? Ник или Эбби? О, я думаю, никто из них. Не знаю, в Нике таится зверь. Если под зверем ты подразумеваешь хорошенького олененка... Ты не смотри на, типа, всю эту показную милоту. У него там под рубашкой стальные мускулы. Оу!
О, ты тоже это заметил? Ну, а мы чем займемся? Так играем? Что? Нас же трое. Так, Дилан, правда? Оу! Вроде Эбби. О боже. Надо помочь. Откуда был крик? Из леса. Сюда. Ну? Эбби! На помощь! Прошу! Нико! Помогите! Обеспокоенность. Где Ник? Воу! Ты за Ником! Ну! Давай берем оружие. Ладно, я пошел. Во! У него низкая кучность, будь осторожен. Ага, давай уже. Так, так, ладно. Фу, выжила, но опять же, мы пока не знаем, а что с Ником. О, давай, давай, давай. Оружие, оружие готовь. О, давай, 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 давай. Ник! Ник, братан! О. Не, лучше по дороге, похоже. О. Давай, 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 ближе, 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 ближе. Ник! Ник, братан! По дороге. Оу! Бежи! Там Ника уже позамкует, похоже. Оу. Давай, давай. О! Ник! Оружие! О, живой! Нет! Бля! Сука! Обалдеть! Не, 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 подожди! Братан! Эй! Отвали от него! Даже не знаю, что делать. Стой, стой! Стреляю! Ну он опять же хочет помочь, похоже, потому что деревенщина стреляла как раз по этим тварям, а не по нашим персонажам. Сука, помощник на максималке. Получил? Что делает? Нихера себе. Он, похоже, специально делает кровавый след, чтобы отманить этих тварей. Обалдеть. Нихера себе. Надо, надо, нам надо идти. Давай. Пошли к костру. Давай, братан. Получается, серьезно, деревенщины, похоже, нам помогают и живут на острове, чтобы эти твари до них не добрались. Оу. Ух, да уж. Вот это поворот, да? Кретин, кретин, кретин! Вот чёрт. А никого уже нету. Господи. Чёрт. О, боже. Братан, бежи назад. Тебя там ждет полуголая девушка. Ты чего? Ага. Так. Сука. Джейкоб, беги назад. Ладно. Ой. Братан, бежи. Oh,
Так, по звукам, похоже, у Тео уже кабан. Бежи! Нет. Давай, давай. Валим, валим. Ау! Ты чё? У нас уже была такая табличка памяти. Нужно не сопротивляться, и тогда деревенщина нам поможет. Было, было, было это. Не, братан, виси. Исец! О, Рэмбо наш местный. Здрасте. Зараза. Ну видишь, они не понимают, что он помогает. Мольба. Чувак, пожалуйста, пусти меня. Слышь, не трогай меня. Сука, терминатор, ей-богу. Охренеть, ты чего творишь? Надеюсь, я прав. Но опять же, табличка памяти такая была. О! Сукин сын! И ловушка стоит для этих тварей, а не на наших персонажей. Ты чего делаешь? Тс, тихо! О! Не, давай! Лучше закрой глаза. Ты чего творишь? Нет! Нет! На вкус дерьмо. Но это на пользу. Серьезно, похоже, свежая кровь как-то отманивает тварей. Но опять же, могу ошибаться. Куда собралась, милашка? Весело. Братан, спасибо. Что за черт? Что за черт? И по съебкам. Ой, не могу. Ну что, мои хорошие, поздравляю, пока все живы, и возвращаемся к бабушке. У нас есть карта, поэтому... Какое-то мгновение, и ты снова в моем шатре. О, да. Ну, что ж, показывай. О, ща разденусь. У нас тут звезда. Звезды в ночном небе. Путеводные лучи дают нам цель или напоминают нам о ничтожности, вселяя отчаяние. Доверься сияющей звезде, она несет ясность и проливает свет. Помни, всегда остается то, что скрыто. Показать тебе? Давай, бабушка! Ни хера не понял. Ну, за делом. Назад в Хэкетс Куари. Да, возвращайся в Хэкетс Куари. Уж там не соскучишься. Это точно. Какой ужас. Там, я не знаю, кто это был. Такой быстрый, и там был охотник. И это... О, Эбби. Вот. Что? Попробуй нарисовать. Что именно? Ну, того, кто напал на вас. Страшилка напал. Но самое главное, что все живы. Ник. Эй, друг. Что они с тобой сделали? Поцеловал, ёпта. Кто они? Он вообще не в себе, чел. Охотник? Точно, да. Там был мужик, но было что-то еще. Какой-то зверь. Что? Какой еще зверь? Нет, я видел только мужика, который тащил его. Ник слегка не в себе. Мужик был такой здоровый и злой.
помогал вам, дуракам. Айби. Эй, все в норме, друг. Вон она. Клыки. Страшно. Навалился. Я думаю, медведь. Ага. Нет, медведь его бы раздавил. Я думал, тут нет медведей. Да. О, блядь, ты погляди на это. Черт, это черная. Это инфекция. Она распространяется. Плохо дело, очень плохо, друг. Не, давайте лучше не трогать. Обалдеть. Райан. Надо резать. А иначе инфекция его сожрет. Чего? Блять, ты доктор, что ли? Пренебрежение. Это еще зачем? Ну не знаю, ты глянь на эту черноту. И что это, по-твоему? Я тебе что, врач? Во-во. Ой. Я мало что помню, я даже не знаю, что видела. Охренеть. Фу. Страшилка. Оу. Бля. Позвать. Эй! У меня ствол! Я умею стрелять! Типа... типа умею. Райан, вдруг там Джейкоб и Эмма? А если нет? Во! Ну, осторожно. Давайте лучше подождем. Опять же, там может быть Джейкоб, а может также быть деревенщина, поэтому... Показалось, видимо. Ага. Да. Оно ушло? Да, беги, тварь! Как смело. О-о-о-о. Ладно. Как насчет того, чтобы вернуться в коттедж, а? Хорошая идея. Воу. Не-не-не, ребят. Опять же, страшилка, он постоянно рычит, поэтому это, похоже, не он. Стой, не-не-не! Не стреляй, не надо! Во, наши. Я помогу. Ух, пиздец. Ник. Что с ним? На Ника и Эбби напали. В лесу. Есть у кого-то сухие шмотки, умирают от холода. Все сумки в фургоне. Бля, ну конечно. Интерес? Постой. Что случилось-то? О, да, значит так. Короче говоря, я услышал крик Эбби и побежал. Прямиком к вам. От озера? Да, но потом я попался в эту, как ее, не знаю, типа ловушку. Охотничий капкан. Охотники, а я вам говорил. Эта дрянь обхватила мою ногу, и я повис вверх тормашками. Вжух! Вишу я там, полуголый. И тут ко мне подваливает мужик. С мачете в руке. Смотрит мне прямо в глаза. Но я его отделал и свалил оттуда так, нахрен. Так, надо отвезти Эбби и Ника в коттедж. И как можно быстрее. Ага. А, да, согласен. Это, я надеюсь, клубничный джем. Это он. А, точно, нет. Думаю, это кровь. У мужика была эта бутылка. Короче, ладно, потом долго рассказывать. Фу. Да, знаю, полный пиздец. Что может пойти не так? Я за Эммой. А, не понял. Эй, мне нужна пушка. В лесу опасно. Чел, я охраняю Ника с Эбби. Да, а мне надо спасти Эмму. Она там одна. Может, с ней и так все в порядке. Может, тогда и с вами тоже? Выбесить меня хочешь? Нет, я хочу спасти свою девушку, баран. А, не думаю, что она твоя, чел. Не, на самом деле Джейкоб уже намазан, поэтому твари ему не угрожают. Давайте лучше оставим оружие. Прекратите, блин! Мы и так в полной жопе, а вы зачем-то еще и грызетесь, придурки! Во-во! Пушка будет у нас. Ник и Эбби ранены. Нам нужна защита. Там кто-то есть.
Райан! Прости. Да вы гоните! Убедись, что все в порядке. Если она на острове, то все ок. Вот именно. Да, чтобы снова нарваться на этого ебаната? Нет, спасибо. У зиплайна должна быть еще лодка. А если нет, оттуда я доберусь. Итак. Нужно вернуться в коттедж, вызвать помощь. Как? Ник не может идти. На себе. У меня есть план. А, тележкой? Ну что ж, начнем наш вечер. О, Эмма! Окей, вот вам загадка. Две руки, две ноги. Внезапно осталась одна на стрёмном острове ночью. Это я. Ну, одна рука. Одна свободная рука. Так. Она тут. На странном необитаемом острове, в зловещей ночной тиши и одиночестве. Ладно, значит так. Я внезапно оказалась одна на странном маленьком островке, и заняться мне нечем, так что я все вам тут покажу. Там есть домик на дереве, и я иду туда, чтобы попробовать заснять для вас просто охренительную панораму. Вау! Дело вот в чем. Я не очень-то хочу возвращаться, а если бы и хотела, я не могу. Он подумает, что я за ним бегаю, хотя это он первый устроил сцену. Блин, простите, я ною. Ну, иду и ною. Да похер. Вперед. В домик на дереве, друзья-исследователи! У-ху! Ах ты сука! Вау! Хороша чертовка, ничего не могу сказать. Эй, Джейкоб, вернись! Она уже добралась до острова, поэтому будем надеяться, что ничего не угрожает. Вот. И свалить уже, похоже, без вариантов. Опять же, лодка уже на том берегу, поэтому... Джейкоб! Это ты, Джейкоб? Ага. Сука, им везде все показалось. Джейкоб, спаси! О! Нихера себе, карта. Давайте сделаем небольшую паузу, пофапаем. Я ничего не могу сказать. Очень хороша чертовка, но опять же редкая сука. Вот. И пока не ясно, чем это закончится. Ну, бегаем по острову. Опять же, где-то видели какую-то тень. В общем, в домике на дереве, похоже. Поэтому не самое безопасное место. Без оружия. Хотя, не знаю, может она в своей сексуальности. Типа, перед монстром, слышишь? Такая, я хочу тебя. Давай. Думаю, все догадались... Что это такое? Я ими не пользовалась. Слишком он натюрель для меня, честно говоря. А? Потом, кто знает, куда деваются отходы. О, только не это. Ладно, забыли и идем дальше. Давай. Да. Фух, да уж, самое главное, чтобы эти записи не стали последние. Ну, опять же, давайте, так. Воу, опасное место. Можно, опять же, взять лодку, спокойно вернуться назад. Джейка, прости меня, я была шлюхой, шалавой, сукой. Я больше так не буду, похоже. А это наш домик для встреч. Это домик, где встречаются... Я очень старалась придумать что-то интересное, но иногда вещи такие, какие есть. А-а-а. Ну, вы поняли. Ага. Давай уже. Фух, давайте немного осмотримся, ну а похоже везде уже побегали, побывали, хорошо? Эмма, ты моя хорошая. Бляха. Вау. Секси. Ничего не могу сказать. Так, ребята, нужно двигаться дальше, не засматриваться на Эму и... В общем, этот остров — нераскопанная часть карьера, заросшая лесом после того, как его затопили. Очень круто, да? Когда-то в детстве я думала, что острова просто плавают на поверхности воды, как надувные матрасы. Ага. Но теперь я стала старше и мудрее,
И знаю, что все не всегда так, как кажется. Вот думаешь ты, что у тебя горячий летний роман, а по факту нянчишься со здоровым мужиком, который грустит, потому что ты не хочешь быть в отношениях и строчить ему любовные письма. И, кстати говоря, никто ведь не против, да? Почему? Почему я должна оправдывать свои чувства, если это ему что-то не нравится, верно? Ах ты сука! Класс. Это метафора. То есть, мы на развилке. Вовремя. И главный вопрос, стоит ли возвыситься над этим и тупо забить, или держаться какого-то прежнего пути, то есть ныть о своей дурацкой жизни. И раз это не прямой эфир, выбор за мной. Насколько я понимаю, у нас есть два пути. Давайте лучше двигаться поверху, чем нежели по какой-то опасной тропе. Ну что, вперед и вверх, поехали. Видите, эти дорожки так и шепчут о единении с природой. Это не случайно. Не знаю, что там у вас с дорожками, но если вы минимум час не вытаскивали занозу из пальца ревущего малыша, они не дотягивают. Пацан в порядке, я супервожатая, и... Что нас не убивает, делает нас сильнее. О, супершлюха ты. Сука, поматросила и бросила. Да уж, мне немного жалко Джейкоба. Я понимаю, почему он по ней сохнет. По идее, баба-то хорошая и внешне... Фью-фью. Вот, но сука редкая, поэтому... Надеемся на лучшее. Открываются живописные пейзажи. Вай-вай-вай-вай. Поднимаемся выше. Вай. Обалдеть. Джейкоб, прости меня. Давай на остров. Вау, вау. Да уж, я даже не знаю, что более прекрасно. Эмма. Ладно, давайте перестанем засматриваться, опять же. А вот куда мы идем. Нехило, да? Нет. Вообще-то, как раз очень хило. Но этот вид... Боже, вы охренеете. А еще тут есть зиплайн, и... Вы еще увидите, как я обделаюсь от страха при спуске. Раз уж я тут, я планирую карпи этот ДМ до самого основания. Но сперва дойдем. Еще столько тем для разговора. Давайте сочувствие. Надеюсь, себе в норме. Она убежала. Если кто не в курсе... Я поцеловалась с Ником. Но по игре. Я не какая-нибудь стерва. Он ей нравится, если что. Ну, так-то... это взаимно. Да. А я просто хотела раздуть пламя страсти. Безумно надоело смотреть на их неуклюжие и брачные танцы. Бедный малыш был в таком шоке. Ладно, разберутся. Я верю. Наверняка они сейчас где-то в лесу, и у них там все прекрасно. Ага. Ника пожамкали, и пока не ясно, вообще выживет, нет. Ага, почти на месте. Так, ребята, давайте лучше не заморачиваться. Получается, по заданию, похоже, до этого домика нужно дойти, но можем пойти и по низу. Нужно обязательно это сделать, потому что могут быть, в общем, разные полезные вещи, и не хотелось бы как-то упускать-пропускать. Вот, и, не знаю, возможно, какие-то вещи нам помогут, найдем оружие и сможем отбиваться. Хотя, что отбиваться, мы видели кого-то, в общем, в домике на дереве, вот. А также, ну, я так понимаю, что эти твари не могут пересечь воду, и, надеюсь, я буду прав. Чем нежели твари в лесу, твари на этом острове, не очень приятная тема. Давай, моя хорошая. Во. Ой, секси. Да уж, редкая прошманде, но надеюсь, у них с Джейкобом будет все хорошо, и она перестанет быть такой сукой. Она такая, да не, я хорошая, там, меня зовут Алеша. Ой, не могу. О, пойти по лесу, почему нет? Звери такие на нее. Это что за дура, блядь? Что за дура вообще? Такие на нее смотрят. Пожалуй, надо глянуть, что наверху. Ага. Сейчас тебе нападут, похоже. Страшно. Ой,
Ой, я уже заблудился, подожди. А, во. За жопу сейчас тебя. Хам, хам. А, подожди. А ну. Ага, показалось, продолжаем двигаться дальше и... Во. А знаете, это весело. Кажется, я впервые за лето осталась одна. Прикольно. Ага. И это укрепляет мое мнение насчет Джейкоба. Он вроде как должен был вернуться за мной, но теперь я одна, и мне клево. Прости, Джейкоб, если смотришь. Ничего личного. Дело во мне. Без обид, да? Да. Окей. Сука. Задумчивость. И кто знает, может, лет через 50 мы встретимся и будем с нежностью вспоминать чудесное время, которое мы провели в летнем лагере Хэкетскуори, и ту искру, что навсегда изменила наши жизни. Ну а потом будем трахаться на природе, как пара старых полоумных кроликов. Эй, ну почему нет? Время покажет, малыш Джейки. И, как говорится, всех сделает дураками. Но мы будем самыми сексуальными старыми дураками в истории человечества. А пока что у меня своя жизнь. Прости, друг. Слушай, Эмма, по личному опыту, лет через 10-15 ты будешь жирной тупой сукой, которая уже больше никому не нужна, потому что у тебя будет характер суки, но при этом не будет хорошей внешности. Я по личному опыту знаю, у нас девочки, которые были красивые в школе, в общем, после 30 стали оставлять желать лучшего, я, скажем так, мягко очень, да? Вот, поэтому то, что она красивая и при этом сука, она может пользоваться какое-то время. Потом, разумеется, уже будет поздно, уже красоты не будет, и при этом она останется такой же дрянью. Так иначе, давайте, ребята, уже на этом месте запаузим, продолжим уже прохождение в следующем видео. Если видео понравилось, опять же, жмакайте большой палец вверх, подписывайтесь на канал, есть группа ВКонтакте. Всего хорошего, позитива, удачи и пока-пока.